Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Неумение совершить элементарных действий – это признак того, что человек не прошел в должной мере первую касту. И эти признаки нужно вот показывать, да? Почему? Очень много людей считают себя брахманами, людьми четвертой касты и пальцуют этим. При этом, когда доходит до элементарных вещей на уровне физических действий, они становятся в тупик и какие-то элементарные отговорки на уровне детского лепета приводят. Яркий пример этому некая девушка, которой я дал достаточно уничижительную кличку, можно даже сказать, которая гласит так: «Моська Тампакс». То есть она вот никому рот открывать не дает. Это происходило в такой зоне отдыха, которая называлась Оленьи ручьи. Это где-то в 100 километрах от Екатеринбурга. Я вот готовлю, я умею готовить. Естественно, я готовлю много и всех угощаю. Но, естественно, если готовишь, много времени тратишь на вот эти действия, то элементарно, когда угощаешь, хотя бы нужно, чтобы посуда была чистая. И этой девушке я говорю: помойте посуду, скоро вот будет готов обед. Сам пошел готовить, прихожу, она ничего не сделала. Я говорю: почему не помыли посуду? Она говорит: моющего средства нет. И сидит. Вот это признак того, что у человека первая каста не пройдена. Естественно, это лакуна. Это пробел. И это очень важный признак. Именно в плане развития. Если есть лакуны, если есть пустоты, то их нужно заполнять. Если не заполнено, то о магии никакой речи не может быть. Почему? Потому что плотности сознания не будет. И мысль работать не будет как инструмент мага. Потому что эта пустота, она будет забирать энергию. Это элементарные такие понятия. И это действительно важно. И первая каста, она в какой-то мере проходит, нужно ее проходить в каждом воплощении, даже если ты маг. Нужно уметь что-то делать физическими руками. Это вот серьезно практиковалось в суфийских обществах. Там каждый суфий, даже если он практикует дервишеский путь, то бишь он живет подаянием, все равно он обязан был овладеть каким-то ремеслом. То есть при необходимости нужно было уметь вот добыть себе пропитание именно физическими действиями. Вот суть моего объяснения по поводу заполнения лакун уровня первой касты. До свидания, до новых встреч.